Соцсети обсуждают изменения во внешности Аль Пачино. Вы посмотрите на вот эти кадры. Да, это он. Это любимец миллионов. Есть версии, что вес набрал для роли. Есть версии, что, возможно, это специально там надетый костюм. Но похоже, что просто кто-то слишком полюбил бабушкины пирожки. Ну, это у меня обычно так объясняется изменение веса. Я все-таки сподіваюся, что он совсем недавно вот так выглядел. Він погладшав лише для якоїсь роли, або дійсно це був якийсь костюм. Дуже хочеться ще побачити якесь круте кіно. Даже дело не во внешности, просто вредно.